Старт протонного ускорителя – событие знаменательное не только для нашего региона, но и для России в целом. Строящийся центр медицинской радиологии в Димитровграде станет единственным в России комплексом замкнутого цикла ядерной медицины. В нем будут представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения – лучевые и ядерные. Увидеть протонный ускоритель своими глазами, а также поучаствовать в его техническом запуске приехали федеральные эксперты, замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой и руководитель ФМБА России Владимир Уйба. Здесь, в Димитровграде, мы создали всю линейку радиационных ядерных методов лечения. И вот у меня сейчас за спиной уникальная протонная установка, которой нет в России, и я думаю, что достаточно долгое время не будет, просто потому что она не очень дорогая и требует огромной инфраструктуры для того, чтобы ее выстроить. Протонный центр представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание. Его основой является циклотронный комплекс, располагающийся в так называемом монококе и состоящий из ускорителя. Этот циклотрон фирмы IBA, бельгийской фирмы, но уникальность его заключается в том, что этот циклотрон мощностью 230 серии, так называемых, был усовершенствован нашим российским институтом в Дубне ядерной физики. Благодаря этому его мощность и производительность увеличилась на 30%. Кроме протонной терапии, на этой площадке будет использоваться метод радионуклеидной терапии. То есть вылечить опухоль можно будет без операции, не повреждая ткани. Благодаря протонной терапии врачи смогут добраться до опухоли даже в недоступные для скальпеля и химиотерапии места. Теперь пациенты смогут получать диагностику, лечение и реабилитацию в одном месте. Более 1 000 000 000 000 рублей вложил регион в обеспечение инфраструктуры данного центра. Сейчас мы проводим очень серьезную работу по обеспечению благоприятных условий проживания для будущих работников центра, а также для пациентов и сопровождающих лиц. Сдача всех объектов центра в эксплуатацию будет происходить поэтапно в течение 2017-2018 годов. Всего он будет состоять из консультативной поликлиники, радиологического центра, стационара, корпуса радионуклеидной терапии и ПЭТ-центра. Дарья Судрева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.